Спасибо, Марат. Армысыздар, құрметті журналистер, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін біз Қазақстанның ішкі нарығының азық-түлік тауарларымен қамтамасыз етілуі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі спикерлермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров және Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов мырза. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Бақыт Тұрлыханұлы, сөз сізге, өзіңізде. Рахмет, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірменді журналистер. Бүгінгі тақырып бойынша айтқым келетін маңызды мәселелер бұл ең біріншіден баға туралы. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы қазір уақытта тұрақты болып табылады деп айтуға болады. Мәселен, жыл басынан бері мына екі айдың ішінде бұл статистика бойынша баға өсімі бар болғаны 0,6%-ті құрады. Бұл 2015 жылдан бері ең төменгі мәнді білдіреді. Бұл ретте соңғы аптада, яғни 25 ақпаннан 3 наурызға дейін біз мына барлық әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын 0,1%-ке төмендеуінде де байқадық. Жалпы Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігінің жоғары деңгейі байқалады. Қазақстанның негізгі ұстанымы бойынша импорттық жоғары үлесі байқалатын тек қана тауық еті мен қант сияқты тауарлар бойынша біз көріп отырмыз. Алайда бұл тауарларда көршілес Ресейде қазір көріп отырмыз, оның орысша айтқанда перепроизводствосы байқалады. Сондықтан бұл жағынан да ішкі нарыққа осы тауарларды жеткізу жағынан ешқандай проблема жоқ. Сондықтан бүгінгі ішкі нарықта ешқандай дефицит жоқ деп айтуға болады. Сондықтан жаңағы шығып отырған WhatsApp-та, басқа да әлеуметтік желілерде таратылып жатқан суреттер бойынша бүгінгі ажиотажға ешқандай себептер жоқ деп айтуға болады. Уважаемые участники сегодняшнего брифинга, уважаемые журналисты, в целом надо отметить, что по социально значимым продуктам у нас стабилизировалась ситуация. Если мы в прошлом году наблюдали значительный рост, то вот все проблемы, я думаю, что которые возникали, и все причины, которые приводили к этому росту, они в прошлом году были исчерпаны. И мы за первые два месяца видим минимальный уровень роста за последние пять лет с 2015 года, всего лишь на 0,6% произошел рост цен именно на группу из 19 социально значимых продуктов питания. Да, мы видим в целом по продовольствию на 1,9% рост, но именно по социально значимым мы видим 0,6% такой минимальный рост, и даже 0,1% в последнюю неделю февраля мы видели снижение. Это все благодаря тем превентивным мерам, которые принимались, и дополнительным мерам, принятыми со стороны центральных и местных исполнительных органов. Надо отметить, что никакого дефицита по продовольствию, по социально значимым продуктам питания особенно у нас в стране нет. Если есть определенная зависимость от импорта по мясу, курице и сахару, то в соседней России мы видим перепроизводство, поэтому здесь доставка его на внутренний рынок, как единая территория Евразийского экономического союза, здесь мы тоже никаких проблем не видим. И те контракты, которые были ранее заключены, они в полной мере исполняются, и поставка по всей регионы страны обеспечена. Кроме того, предприняты дополнительные меры для того, чтобы снабжение всех сетей, всех городов и населенных пунктов продовольствием было обеспечено в полном объеме. Предпринято со стороны местных исполнительных органов, налажена система межрегионального взаимодействия, обмен продовольствием и в виде дополнительных мер принимается по ярмаркам, по выездным местам торговли. В прошлом году мы использовали дополнительные такие механизмы, как
оборотная схема, мы ее называли, вы слышали не раз о ней. Речь идет о том, что местные исполнительные органы выделяют облегченные оборотные средства для торговых сетей, те, в свою очередь, принимают на себя обязательства по взаимодействию с, непосредственно с производителями продукции, их своевременные закладки, и берут на себя конкретные, даже финансовые обязательства по тому, чтобы в течение определенного периода удерживать определенный коридор цен. И это в свою очередь и тоже повлияло на сегодняшние результаты. И местные исполнительные органы выделяют как раз на этот апробированный механизм. Например, вчера город Астана, Нур-Султан объявил, что дополнительно выделен еще 1 миллиард тенге, и до октября месяца законтрактован ряд столичных торговых сетей. Поэтому, когда мы говорим, что есть ажиотаж, то я призываю не верить такой информации. По социальным сетям, вы видели, гуляет одна и та же фотография, где показано вдоль касс стоят люди. Когда поперек снимают фотографию, вы знаете, что это в любом супермаркете всегда такую картинку можно поймать. Но по самим продуктам, я еще раз хочу отметить, нету никакого дефицита. Возможен дефицит информированности, но никакого дефицита товаров мы не допустим и не будет. Это зависит от всех нас. Не нужно создавать ажиотажно мир. И самое главное, то, что приняты беспрецедентные меры по противодействию и превентивной работе против распространения коронавируса, оно уже позволяет нам создать условия, что у нас в Казахстане не будет таких длительных карантинов, не будет длительных, как говорится, отсидок дома, ну, кроме того, что вот длительные школьные каникулы объявлены. На этот случай, конечно же, это потребует дополнительных расходов на продукты питания. Но это, я думаю, что незначительно должно повлиять на спрос со стороны населения, поэтому не нужно создавать излишнего ажиотажа. В целом, конечно же, влияние, если говорить в целом о сфере торговли, определенное влияние на показатели торговли мы видим и будем еще наблюдать, особенно по внешней торговле, поскольку у нас 80% нашего товарооборота, внешнего товарооборота составляет сырье, поэтому снижение цен на энергоносители, на другие важные элементы нашего экспорта будет влиять на внешний товарооборот, будет влиять определенно и на показатели торговли, внутренней торговли, поскольку есть импорт определенных товаров, особенно промышленных товаров. Да? И здесь это влияние в целом на торговлю мы видим, что за 2 месяца у нас по статистике произошло приблизительно в два раза снижение показателей темпов роста. Если мы в прошлом году она составляла порядка 0,7%, сегодня 0,36%, но я думаю, что в целом, опять-таки, к дефициту продовольствия этого не приведет. Обеспеченность у нас есть. Для того, чтобы показатели торговли улучшались, это как раз появляются окна возможностей. У нас есть возможность вместе с нашими соседями заместить поставку товаров в соседнюю Россию, обеспечить внутреннюю дополнительную поддержку нашим отечественным товаропроизводителям. Все эти меры сегодня во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно принимаются. Например, у нас в министерстве есть меры поддержки экспортеров. В прошлом году она себя очень хорошо показала. В этом году мы будем наращивать эту поддержку. Внесен ряд поправок в правила поддержки наших экспортеров. В прошлом году мы помогли 139 нашим малым и средним предприятиям доставить свою продукцию на внешние рынки. И впервые, например, в Италию мы помогли довести наши аккумуляторы. Это как пример. И эта работа будет в этом году наращиваться с учетом проводимой работы по уточнению бюджета. Это как раз на такие направления, которые будут давать рабочие места, дополнительный прирост влияния на поддержку темпов роста отраслей экономики, важных отраслей экономики, особенно трудоемких,
здесь эта мера будет приниматься. Поэтому еще раз хотел отметить, что никаких причин для такого ажиотажа нет. Ажиотаж зависит от нас. Если мы своевременно все будем дисциплинированно предпринимать те меры, которые предписаны в условиях, объявленной во всем мире пандемии и угроз, и превентивные меры противодействия распространения инфекции, то никаких дефицитов мы и не будем создавать. Поэтому еще раз призываю быть благоразумными и не распространять ненужную отрицательную информацию. Спасибо. Рахмет, Бақыт Тұрлыханұлы. Келесі баяндама сөзі Сапархан Кесікбайұлы өзіңізде. Мархабат. Саламатсыз ба, құрметті журналистер. Менің айтайын дегені, бүгінгі күні мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ауыл шаруашылық министрлігі, Сауда министрлігі және облыстар мен қалалардың әкімдіктерімен бірігіп бүгінгі күні бізде жедел штаб құрылған. Бұл жедел штабтың негізгі мақсаты бүгінгі күні елімізде азық-түлікпен қамтамасыз етілуіне мониторинг жасап отырамыз. Бұл мониторинг күнделікті жүргізіліп отырады. Бүгінгі осы мониторингтің жедел ақпаратына байланысты елімізде күнделікті азық-түлікпен қамтамасыз ету деңгейі өте жоғары. Енді бұл жерде біз мониторингті өңірлік тұрақтандыру қорларында, өндірушілердің қоймаларында, сауда орындарында және сауда орындарының қоймаларындағы азық-түліктің бүгінгі күнгі қалпын, соның көлемін қадағалап отырмыз. Ол бүгінгі ақпарат бойынша 1,2 миллион тоннадан астам әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қоры бүгінгі күні бар. Бұл егер әр адам басына шағатын болсақ, бүгінгі бар қорымыз 5-6 айда елімізді қамтамасыз етуге толығымен жетеді. Бұл қазіргі кездегі бар өнім, бұдан басқа өздеріңіз білесіздер, ол өнім дегеніміз күнде өндіріліп отырады. Мынау ұн, қант сияқты өнімдер, ет, сүт өнімдері бүгінгі күні ол өндіріс тоқтап жатқан жоқ, оның үстіне өндіріс жоғарылап жатыр. Сондықтан жаңа менің әріптесім айтып кеткендей, былай шу көтеретіндей бізде негіз жоқ. Енді мен бір-екі мысал келтіріп кетейін. Мысалы айта кететін болсақ, шамамен барлық азық-түлік тауарларының жылдық өндірісі халықтың қажеттілігімен толығымен қамтамасыз етеді. Кейбір тауар түрлері бойынша бізде ол артығымен өндіріледі. Мысалы, енді бізде ең басты азығымыз ұн. Ұнды бүгінгі күні біз 3 миллион тоннадан аса өндіреміз. Бұл өндірген біздің ұнымыз өзіміздің ішкі нарықтағы керектігімізді 204%-ға қамтамасыз етеді. Күріш өндірісі бойынша 144 мың тонна өндіреміз. Бұл 190%-ға қамтамасыз етеді. Макарондар өндірісі бүгінгі күні 165 мың тонна, оның тұтынымы 153 мың тонна. Яғни 108%-ға қамтамасыз етіп отырмыз. Тағы бір бізде маңызды азықтың бірі бұл картоп. Картопты біз бүгінгі күні 3,9 миллион тонна өзіміз өндіреміз. Бұл біздің ішкі нарықты 107%-ға қамтамасыз етеді. Сонда сиыр еті, шошқа еті, қой еті, жылқы еті бойынша да өндіріс көлемдері бүгінгі күні ұлғайып келе жатыр. Бұл үшін малдың басы елімізде жеткілікті. Менің енді айтатыным, бүгінгі күні осы бақылаудың арқасында барлық өңірлерде азық-түлік толығымен қамтамасыз етіледі. Керек жерлерге бүгінгі күні біз барлығын қадағалап отырмыз. Бұл жерде транспортпен жеткізілетін жерлерді оның бәрін схемасын сызып дайындап қойғанбыз. Бірақ әр өңірде әкімшіліктердің айтуы бойынша азық-түлік өнімдерінің көлемі жеткілікті. Уважаемые журналисты, по поручению главы государства, Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством
торговли акиматами областей на сегодняшний день создан оперативный штаб. Основная цель этого штаба – это мониторинг обеспеченности населения основными продуктами питания. Еженедельно проводится мониторинг. С акиматами мы на постоянной связи. В основном на сегодняшний день мониторится наличие продуктов в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей, на торговых точках и на складах этих торговых точек. По оперативным данным, на сегодняшний день в республике имеется 1,2 миллиона тонн социально значимых продтоваров. И этого количества товаров, по нашим расчетам, на сегодняшний день достаточно для обеспечения своего населения в течение 5-6 месяцев. И здесь необходимо еще и понимать, что это запасы на сегодняшний день. Кроме этого, производство ежедневно идет по всем видам сырья. Для переработки достаточно, перерабатывающие предприятия в полной готовности при необходимости увеличить свою производительную мощность. И здесь необходимо отметить, что по основным продуктам мы на сегодняшний день в Казахстане свою внутреннюю потребность закрываем более 80%. По некоторым видам мы этот уровень превышаем выше 100%. Я хочу привести несколько примеров. Например, основной наш продукт – мука пшеничная. Мы производим его 3 миллиона тонн. Этого производства нам достаточно для обеспечения внутреннего потребления на 204%. По рису. Рис производится в объеме 144 тысячи тонн, а потребляем 76 тысяч тонн. Потребление закрываем на 190%. Макароны производятся в объеме 165 тысяч тонн, потребляется 153 тысячи тонн. То есть обеспеченность составляет 108%. И один из основных продуктов – это картофель. Картофель мы производим 3,9 миллионов тонн, что покрывает внутреннюю потребность на 107%. По другим направлениям, как мясо, говядина, свинина, баранина, конина, здесь обеспеченность, например, по говядине составляет 96%, по свинине 99%, баранина 101%, конина 90%. Поэтому еще раз хочу заверить, что обеспеченность в стране продуктами, социально значимыми продуктами на сегодняшний день находится в стабильном уровне. Весь этот процесс находится на постоянном контроле. И, как мой коллега говорил, будет ажиотаж или не будет ажиотаж, это будет зависеть от нас самих. Мы должны сами понимать, что не ажиотаж ни к чему хорошему не приведет, а просто создаст нежелательную реакцию. Продукции на сегодняшний день хватает. Это мы все должны понимать. Спасибо. Рахмет, Сапархан Кескпайлы. Құрметті журналистер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Бірінші сұрақ, Хабар 24 телеарнасы, мархабат. Құрған Тұрғожа, Хабар 24, сұрағым Бақыт Тұрлыханұлына. Білеміз, қазір жұрттың көбі жаппай азық-түліктерді сатып алуда. Осы орайда кәсіпкерлер бағаны қолдан қымбаттатып жібермей ме деген сауал туындайды, яғни тауардың құны қалай реттеледі. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жаңа айттым, осындай жаңаға өзіміз өз қолымен осындай нені сұранысты көтер жібермесек, ешқандай тапшылық болмайды деген. Сондықтан әрине мына осындай жағдайды қолданып, кәсіпкерлер бағаны көтерем десе, бұның барлығын спекуляция деп атауға болады. Бұл ретте тиісті мемлекеттік органдар жұмыс істеп отыр. Мысалы, монополияларға қарсы
комитетінің органдары, жергілікті органдары былтырғы жылы 100-ге жақын осындай предписаниялар сауда желілерге жіберген болатын. Оның 90% орындалып, барлық проблемалар болған, осындай проблемалар бағаны себепсіз өсіру жағдайлар болған кезде орнына келтірілді. Сондықтан бұл осы органдар жұмыс істейтін болады, және де мына біздің тұтынушылардың құқық қорғау комитетінің органдары да жұмыс істейді. Сондықтан барлық қазақстандықтарға айтатын жауабым, сауалым осындай себепсіз көтерілген баған жағдайларды көрген кезде осы біздің тиісті жаңа аталған комитеттерге хабар берсе, осы мемлекеттік органдар өзінің жұмыстарын жүргізетін болады. Жауабыңызға рахмет. Следующий вопрос. Хабар 24. Здравствуйте. Хабар 24. Иван Тулинов. Бахыт Турханович, вы в своей речи косвенно отметили, что цена на продукты, которые используются наиболее часто, строго контролируется государством. Перечислите, пожалуйста, что это за продукты питания. Это социально значимый товар, да, скорее всего? И еще вопрос по стабилизационным фондам. То есть в правительстве, если не ошибаюсь, в конце февраля звучала критика о том, что не все регионы используют потенциал стабилизационных фондов. Некоторые регионы вообще не производят товарные интервенции. Предусмотрена какая-то ответственность для местных исполнительных органов в таком случае? Спасибо за вопросы. Да, есть группа товаров, она утвержденная группа, из 19 продуктов питания. Это картофель, морковь, капуста, лук репчатый и так далее. Макароны, молоко, вот все, что было названо, они все входят как раз в социально значимые продукты питания. Они очень четко контролируются, мониторятся. Еженедельно мы получаем информацию со всех регионов. И своевременно местные исполнительные органы имеют возможность реагировать на изменения цен. Есть различные механизмы, например, установление в конце года предстоящего, в конце года на предстоящий год пороговых цен, и местные исполнительные органы осуществляют мониторинг изменений цен. Если за пороговые цены в течение определенного периода происходят скачки необоснованные, то включается механизм предельных цен, и после этого те объекты, торговые объекты, которые нарушают, они могут подвергнуться наказанию со стороны местных исполнительных органов. Я говорил об органах защиты конкуренции, которые также обеспечивают контроль и надзор за тем, чтобы не было необоснованных роста цен и сговора сетей, и работает система защиты прав потребителей, то есть мы со всех сторон мониторим. С точки зрения стабилизационных фондов, мы также, это один из инструментов местных исполнительных органов, которые должны обеспечивать своевременно по рисковым, отмечу именно по рисковым, не нужно, мы всегда обозначаем для местных исполнительных органов, не нужно продавать, вернее, закупать те товары, где существует, наоборот, у нас большая разница между производством и потреблением, о чем говорил министр сельского хозяйства. А нужно внимание обращать там, где существует риск. В прошлом году, допустим, рисковая зона была гречка, и не все, к сожалению, местные исполнительные органы среагировали на такие тренды и изменения. Поэтому по стабилизационным фондам местные исполнительные органы работают. Те средства, которые мы говорили, они лежали на счетах в банках и не использовались своевременно. Они сегодня местные исполнительные органы работают с тем, чтобы своевременно заполнить эти стабилизационные фонды. И есть механизм, я говорил, оборотный механизм, когда помогают торговым сетям, которые берут на себя определенные обязательства. Как таковая ответственность, здесь ответственность есть у местных исполнительных органов, поэтому мы в прошлом году, допустим, вы знаете, по результатам 9 месяцев были наказаны в 6 регионах заместители руководителя. В этом году, я думаю, что ответственность будет повышена. Спасибо. Спасибо. Келесі сұрақ. Қазақстан ұлттық арнасы. Мархабат. Оңғар Алпысбайұлы, Қазақстан ұлттық арнасы. Менің сұрағым мынадай, жаңағы Сапархан Кесікбайұлының баяндамасында айтылды. Бізде азық-түліктің өнімі еселеп көбейіп келе жатыр, өндіріс. Оның үстіне коронавирусқа байланысты біздің шекаралар көп елдермен байланыс қиындап, экспорт азайып жатыр. Яғни біздің ішкі нарықта осы
азық-түліктің ұсынысы көбейіп кетті. Бұндай жағдайда жұмыс істеп тұрған нарықта баға төмендеу керек. Бізде қалай болады? Осы азық-түліктің бағасы төмендеуі мүмкін бе? Азық-түліктің бағасы төмендеу үшін неше түрлі себептер де болу керек. Жаңа өндіріс, производительность труда дейміз де, осындай көрсеткіштерді жақсарған кезде, ол және сұраныста көбейе береді, сонда бағасы да төмендей береді. Сол үшін біз жұмыс істеп отырмыз ғой. Мына біздің өндірушілерге көмек көрсетіп, неше түрлі бағдарламалы бар, мына агроөнеркәсіп кешені жағынан, да, мына дорожная карта бизнеса дейді, экономика простых вещей, қарапайым заттар экономикасы деген осындай бағдарламалар, барлығы сол өндіру көлемін көбейту үшін. Оның аяғында әсері ол бағаны төмендету. Сондықтан бұл бір күндік жұмыс емес, ол жылдан жылға мына көрсеткіштер жақсарып келе жатыр. Сондықтан жаңада инфрақұрылым жағынан да біз жұмыс жасап отырмыз. Біз ОРЦ, оптово-распределительный центрлер және агрологистикалық орталықтар туралы бірнеше рет сіздерге баяндап едік. Бұл да жалпы өндірушіден тұтынушыға дейін тауарды жеткізу үшін шығындарды азайтуға мүмкіндік берген кезде, толық мүмкіндік берген кезде, бұл да бағаның төмендеуіне келешекте өз әсерін, оң әсерін береді деп сенеміз. Қосымша айта кетейін, Бақыт Тұрлыханұлы айтып кетті, мына қарапайым заттар экономикасы деген бүгінгі күні бағдарлама бар. Осы бағдарлама бойынша ауыл шаруашылығы бағытына 200 миллиард теңге бөлінген. Бұл 100 миллиарды мына ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру үшін, 100 миллиарды осы ауыл шаруашылығы тауарларын өңдеу үшін. Бұл бағытта қазіргі кезде берілетін мына кредиттің пайыздық мөлшері 6% және 5%. Бұл дегеніміз бүгінгі күні біздің тауар өндірушілер үшін өте жақсы жағдай. Осындай үкімет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың арқасында біздің жаңағы ауыл шаруашылық тауарының көлемі жылдан жылға көбейеді. Көбейген сайын оның бағасы да тұрақталады. Бірақ енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе, бұл бағаға мынау сыртқы нарықта әсер етеді. Соны ұмытпауымыз керек. Рахмет. Жауаптарыңызға рахмет. Следующий вопрос. Байгениус, пожалуйста. Байгениус, Тамила Языкова. У меня такой вопрос. Сейчас многие жители города жалуются на рост цен на социально значимые продукты. Расскажите, пожалуйста, как вы будете контролировать цены и в целом с чем связан рост стоимости товаров? Это из-за ажиотажа самих граждан или же это из-за курса доллара? Спасибо. Спасибо. Я уже еще раз хочу повторить. По группе социально значимых товаров, вот 19 товаров, которые я назвал, по ним рост всего лишь 0,6% с начала года. Поэтому здесь нет роста. В целом, по другим продуктам, конечно, мы в целом видим 1,9%. Внутри могут быть скачки по определенным видам. Вот мы говорили, это по мясу и курице происходило там, да. Но это в связи с тем, что у нас внутреннего производства нет и импортозависимо. Но здесь эти проблемы тоже разрешаются. Поэтому контроль, мониторинг, все это осуществляется. Я просто, наверное, не буду повторять уже, какие органы над этим работают. Спасибо. Дополню, Бахыт Тұрлыханович, вот по мясу птицы. На сегодняшний день вот, мы говорим, что ведем мониторинг. Месячная потребность мяса птицы у нас составляет 7,7 тысяч тонн мяса птицы. У нас в запасе на сегодняшний день есть 28,9 тысяч тонн мяса птицы. Этого, если так посмотреть, хватит на 4-5 месяцев. Следующий вопрос, ТДК-42. Қайырлы күн, Асель Мәбілдейінова, ТДК қыркүйек телеарнасы. Бақыт Тұрлыханұлы, қазақтамда сөз бар. Құлақпен естігенді емес, көзбен көргенді айтты. Сіз жаңа айтып отырсыз, фото, видеода бәрі көп боп көрінеді деп. Өкініш көрай, шынымен де сондай. Мен кеше өзімнің көзіммен барып қарадым. Үлкен сауда орындарында, орысша айтқанда, ажиотаж, халық даурығы жатыр, қорқыныш бар.
өйткені ертең тауар болмай қалса, тамақсыз қаламыз деген қорқыныш бар, өкініш көре, бұл орын алып жатыр. Бұны біз сізді бізде жоққа шығара алмаймыз. Сіздер қазір осы жерде отырып уәде бере аласыздар ба? Осы уақытта халық тауарсыз, тамақсыз қалмайды деген уәде керек. Екінші сұрақ, өйткені импортпен келетін тауарға қазір шектеулер қойылып жатқандықтан бізде импортпен келетін тауар түрлері көп. Ал отандық өндірушілердің қауқары жете ме? Тауар жетпей қалған жағдайда отандық өндірушілердің қазір потенциалын көтеруге мүмкіндік болып отыр. Бір жаманың бір жақсысы деген сол. Енді олар ертең бүкіл нарықты қамти ала ма? Осы жерде маған сіздердің ауыздарыңыздан уәде керек. Шындап келгенде жігіттік сөздеріңіз керек. Біз енді сол үшін келіп отырмыз ғой, сіздерге дұрыстап түсіндіру үшін. Ешқандай мына азық-түлікпен, әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін ешқандай проблема жоқ, сондықтан мұндай ажиотаж керек емес. Кешегі өзіңіз айтып отырған ажиотаж кішігірім бар енді. Әрине, ол жоқ деп отырған жоқпыз, бірақ бұл ажиотажды өзіміз көтермей-ақ қояйық. Оны түсіндіру үшін әрқайсымыз бәріміз бір-бірімізге түсіндіруіміз керек. Мынандай мүшік-мүшікпен оны көтеріп қажеті жоқ. Тем более уже бұндай жағдайды біз көрдік қой, Жапонияда, Германияда, бүгін ана Италияда сондай жағдай болып жатқан көріп, Нью-Йоркта болып жатқан көрдік. Бұны бұл деген бір айдан бері келе жатқан ақпарат. Сондықтан керек азық-түлік мына 2-3 аптаға, тіпті бір айға дейін керек түсінетін адамдар уже давно алып қойған. Сондықтан ешқандай ажиотаж болады бұдан жасау қажет жоқ деп тағы да түсіндіруге отырмыз. Өйткені өзіміз мына жаңағы айтылған денсаулық сақтау органдарынан беріліп отырған нелер, рекомендациялар. Соның барлығын сақтап отырсақ, мына төс қазақтың төс қағу, мынандай тойларға көпшілік барғатын жерге қазір со кішкене сақтанып, шыдап бармасақ, 1-2-3 бір айдың ішінде. Әрине, ертең ешқандай неге қажет жоқ болады, карантинде қажет жоқ болады, үйде де отыру қажет жоқ. Просто кішкене шыдам керек те, өз-өзімен барлық проблемалар кетеді. Ал тағам жағынан біз сол үшін келіп отырмыз сіздерге түсіндіру үшін. Ешқандай проблема жоқ, қандай жағдай болса да біз оны қамтамасыз ете аламыз. Ал енді мына қазақстандық өндірушілердің импорт төмендеген. Мына проблемалық, мысалы, Қытайдан қарасақ, бұл 1%-ден де аз. Ішкі нарықтағы сұраныстың көлеміне, сырттан импорттап алып келетін, Қытайдан келетін тағам, ол 1%-ден де, 0.1%-ден де аз. Сондықтан бұл ішкі бағаға ешқандай әсерін бермейді. Былтыр 139 мың тоннаны сатып алған, алып келген импорттаған тағамның барлығын біз өзіміз шығара аламыз. Жетпесе көршілес жаңа Өзбекстан, Қырғызстан сол жақтан без проблем келіп жатыр ғой сондай тағамдар. Оларда көмектесе алады. Бірақ әрине мына отандық өндірушілерге ол бір күннің жұмысы емес қой. Оның көтеру үшін біраз уақыт та керек, бірақ дегенмен мына өзіміздің мына сүт өндіретін, ет өндіретін зауыттар кейбіреулер 30 кейбіреулер 60%-ке ғана жұмыспен мощностары қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан оны 100-ге дейін апаруға да мүмкіншіліктер бар. Сол үшін қазір барлық облыстардың әкімдері, орталық мемлекеттік органдары, даму институттарының барлығы осыған көбірек мән беріп, бірге жабылып, осы жағынан мүмкіншілікті біз пайдалануымыз қажет. Рахмет. Айтқанымыздай, 19 азық-түлік түрі бойынша бізде толығымен қамтамасыз етілу бар. Оның ішінде қазіргі кезде екі позиция бойынша сұрақ туу мүмкін. Бұл жаңа алдында айтып кеттік, тауық еті мен қант. Ал тауық етінде жаңа мен айтып кеттім, тағы бір қайталап жіберейін. Бізде айына 7700 тонна тауық етін біз қолданамыз. Ал біздегі қазір мына сауда орындарында олардың қоймаларында бар көлемі 28-де 9 мың тонна. Бұл кемінде 4-5 айға жеткілікті. Қант бойынша бізде айлық қолдану мөлшеріміз 10-11 мың тоннаны құрайды. Қазіргі кезде жаңағы қоймалармен
сауда орындарында 36 мың тонна бар. Бұлардың барлығы бізге қазіргізде жеткілікті, керек болған жағдайда оларды басқа жақтан алып келуге де мүмкіндігіміз бар. Бұл біріншіден. Екіншіден жаңа сіз сұрақ қойып кеттіңіз, мынау біздің отандық өндірушілер қалай жұмыс істейді деп. Бүгінгі күні біз Ауыл шаруашылығы министрлігі жаңа акиматты әкімшіліктермен бірге әрбір тауар өндірушілермен келіс сөздер жүргізгеміз. Әр тауар өндірушілердің барлығы жұмыс істеп тұр. Олар керек, егер керек болған жағдайда өздерінің шығаратын өнімдерін тек қана ішкі нарыққа бағыттауға дайын. Сондықтан бұл жерде де қорқатын ештеңе жоқ. Келесі сұрақ, Казинформ. Сәлеметсіздер ме? У меня вопрос относительно вот тоже из-за коронавируса. Если все-таки, может быть, возможность, не знаю, приостановки каких-либо супермаркетов, не планируется ли? И также хотелось бы уточнить, будут ли о международных мероприятиях вот в этом году АЭФ, как будет проводиться, да, если или даже вы сказали Бахтур Лахановичу, министерская конференция ВТО также планируется провести. В целом, какова вот ситуация на этих? Спасибо большое. Спасибо, я от обратного начну. Как было вчера объявлено, в качестве превентивных мер все крупные мероприятия, массовые мероприятия, они должны быть отменены, поэтому и, естественно, Астанинский экономический форум в этом году не будет проводиться. По министерской конференции мы также проводили уже консультации с секретариатом Всемирной торговой организации, и с учетом того, что уже Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию, мы обратились с тем, чтобы этот вопрос секретариат Всемирной торговой организации вынес на очередное или внеочередное заседание Генерального совета, поскольку решения принимали все 164 страны консенсусом, они также должны свое мнение выразить, смогут ли они. И мы ожидаем, что с такой проблемой, что основные страны, почти все страны уже члены Всемирной торговой организации, главные, они подверглись вот этой проблеме, поэтому, скорее всего, не смогут приехать, и мы обратились в секретариат, чтобы они приняли решение. Поэтому все крупные мероприятия, они будут отложены, отменены, и это происходит во всем мире, поэтому нам важно следовать этим правилам. С точки зрения закрытия торговых точек, то такого запрета нет, чтобы торговые точки работали. Они работают, рынки работают, производство все работают. Куры как неслись, они будут нестись. Коровы как доились, они так и будут доиться. Поэтому хлебопекарни они не закроются. Поэтому, тем более, что все это не создает угрозу распространения в случае, если возникнет эта инфекция. Да? Поэтому ни торговые, ни производственные площади не будут закрываться. Это еще один фактор, что никакого ажиотажа не надо создавать. Келесі сұрақ, Спутник Казахстана. Здравствуйте. Первый вопрос. Господин Султанов, можете отдельно назвать сумму убытков, которые Казахстан понес из-за коронавируса и отдельно из-за обвала цен на энергоносители? И второй вопрос. Было ли из бюджета выделено дополнительные средства Минторговли и МСХ? Если да, то о какой сумме идет речь? Спасибо. По определенной, я уже говорил, влияние будет на торговлю энергоносителями и другими нашими там, экспортные позиции по связи с снижением цен. Но это еще дополнительно мы вам информацию предоставим. Мы приблизительно рассчитали, что есть влияние определенное может вот в связи с тем, что вот сейчас мы видим, что с 7,5 до 3,6% рост сократился по внутренней торговле, определенное тоже влияние будет. Мы порядка 42 триллионов тенге ожидаем, вначале прогнозировался объем на текущий год внутренней торговли, ну, возможно, где-то 1 триллион, 1,2 триллиона мы прогнозируем, что произойдет снижение физического объема внутренней торговли, но это
Не, опять-таки, это общая тенденция по влиянию на рост экономики. По выделяемым дополнительным ресурсам я сейчас вам тоже не смогу, наверное, сказать, потому что сейчас как раз идет обсуждение вопросов корректировки бюджета. Вы знаете, что прозвучало поручение по оптимизации всех расходов, которые на более эффективные направления, те, которые создают дополнительно рабочие места, влияют на развитие отраслей экономики. Вот такая работа сейчас, консультация проводится. В том числе мы также внутри своих расходов будем перераспределять, например, расходы, которые ранее планировались на проведение конференции, министерской конференции, на поддержку экспортоориентированных производств. Спасибо. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Министерство сельского хозяйства на сегодняшний день, мы работаем в пределах утвержденного бюджета. По некоторым направлениям, которые на сегодняшний день не являются приоритетными, тоже проводим оптимизацию и направляем на приоритетное направление. Спасибо. Рабиха Дюсенгулова, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос касается не только социально значимых продуктов, а вообще в целом. Скажите, пожалуйста, какие продукты у нас не привязаны к доллару и на какие точно можно не ждать повышения цен? И какие продукты, наоборот, привязаны к доллару и могут подскочить и подняться цены на них? Спасибо. У нас вообще никакие продукты не привязаны к доллару. Про реализация у нас запрещена в иностранной валюте на территории Казахстана, поэтому все они привязаны, продажи привязаны к, вернее, они реализуются в национальной валюте. И прямого влияния по импортозависимым продуктам тоже здесь можно говорить, что сразу же скачок не должен происходить, потому что во все времена происходит сначала реализация тех запасов, которые есть у продавцов. Но по продуктам питания они все максимально защищены от скачков валюты, потому что и производство, и спрос, они все сбалансированы с точки зрения расходов в национальной валюте. Спасибо. Следующий вопрос. Диана Абдулаева. Информбюро. А что можете сказать по поводу обращения кинотеатров? Они говорят, что вот вчерашнее поручение, то, что они не будут работать, пока угроза не снимется, противоречит поручению президента по поддержке бизнеса. Они говорят, что будут продолжать работу, пока им внятно не разъяснят, почему так произошло. Спасибо. Ну, это как раз одно из направлений, когда гражданам надо самим обезопасить себя и не посещать места массового скопления людей. Поэтому здесь, наверное, больше вопрос к Министерству экономики по вопросам поддержки предпринимательства. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Газета «Время», Лейла Постанова. Скажите, пожалуйста, в разрезе регионов на стабилизационных фондах какие конкретно продукты хранятся и в каком объеме? И если, например, население в течение недели сметет товары с полок супермаркетов, насколько хватит этих запасов? Будут ли вагоны, с учетом того, что они движутся примерно 300 километров в сутки, успевать подвозить товар? Спасибо. Стабилизационные фонды в основном закупаются вот эти 19 видов продукции, которые социально значимы. Какие виды продукции покупать в стабилизационные фонды, решают сами акиматы в зависимости от того, от наличия продукции. По доставке товаров я уже говорил, что мы на сегодняшний день работает оперативный штаб. Туда подключены и представители, к примеру, вы сейчас про транспортировку спрашиваете, представитель Казахстан Теміржолы, вагонами обеспеченность есть в любой момент. И железнодорожный транспорт, и автомобильный транспорт они готовы подвезти. А насчет того, чтобы в течение 1-2 дней закончится запас
продуктов. Вот мы для этого и ведем баланс на сегодняшний день продукции, и мы четко контролируем, где, на сколько дней хватает, какой продукции на сколько дней хватает. Я уже говорил, что по этим 19 видам продукции у нас запасов хватит до 6 месяцев, от 4 до 6 месяцев. Следующий вопрос. Первый канал Евразия, пожалуйста. Добрый день, Светлана Пенькова. Вопрос к Бахту Турлыхановичу. Скажите, пожалуйста, как конкретно собираетесь работать по импортозамещению ввиду жизненно важной необходимости? Я сейчас говорю не только про продукты, а вообще по производимой продукции. И когда казахстанцы ощутят результат этой работы? Спасибо. Спасибо. Ну, это многоплановая, многосторонняя работа. Я уже говорил, что это не одного дня работа, ни с того ни с сего товар не появится. Во-первых, компетенции должны быть, технологии должны быть, инвестиции должны быть. И в этом направлении очень много делается в течение ряда лет. Я уже говорил о мерах государственной поддержки. Это программы, связанные с программой индустриализации. Это программы поддержки предпринимательства, рабочих мест и экономика простых вещей, например, облегченные кредиты, да, предоставляются. Мы, в свою очередь, министерство, работаем над стандартами. Порядка 9 тысяч стандартов уже современных введены. К сожалению, только 43% на сегодняшний день этих стандартов используют предприниматели. Но это, опять-таки, желание предпринимателя иметь конкурентоспособный стандарт, внедрять его или нет, зависит. Да? Поэтому мы призываем и обучаем наших предпринимателей. И важное направление – это именно экспортоориентированность продукции. То есть если мы когда говорим об импортозамещении, то любая теория конкурентоспособности говорит о том, что предприниматель и его продукт изначально должны уметь конкурировать не только у себя на полке, но и на полке соседнего государства, тогда он будет более успешным. И в этом направлении тоже большая работа проводится. Мы запустили программу экспортной акселерации. Я говорил о бюджетной программе, которая сегодня реализуется Министерством торговли и интеграции по поддержке. В прошлом году 139 предприятий мы поддержали. Вот из этих всех мер и складывается постепенная реализация задачи по замещению на внутреннем рынке определенных видов импортной продукции и дальнейшей экспортной экспансии. Спасибо. Благодарим за ответ. Телеканал КТК, пожалуйста. Здравствуйте, Ардак Мауна, телеканал КТК. Я хотела бы просто уточнить у вас здесь по цифрам. Вы говорили, что, допустим, вот мука пшеничная производится 3 миллиона тонн. Это в год или вы в месяц озвучивали цифру? Год. В год, да? Это, да. Угу, спасибо. И еще вот у меня есть вопросы. В целом бы хотелось бы узнать, какие все-таки продукты к нам завозятся, от чего мы зависим, от какого импорта мы зависим. И, может быть, я не знаю, к вам это или не к вам, но по поводу масок я хотела бы тоже уточнить, какое предприятие у нас в стране занимается производством масок. Оно единственное предприятие, которое у нас занимается этим. И есть ли информация о том, что занимаются ли госорганы выявлением спекуляции именно масок? Спасибо большое. У нас на сегодняшний день импортозависимыми являются 6 видов продукции. Это яблоки, мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, сахар, песок и рыба охлажденная. Вот по 6 этим позициям у нас обеспеченность на сегодняшний день составляет от 50 до 60%. По этим направлениям на сегодняшний день разработаны отраслевые программы импортозамещения. И по нашим планам к 2004 году по этим направлениям обеспеченность внутреннего потребления будет составлять 100%. По маскам, да, это вопрос, чтобы спекуляции масками, медицинские маски имеются в виду, да, по ним на сегодняшний день контроль со стороны Министерства здравоохранения установлен. А кто производит, наверное, это вопрос Министерства здравоохранения.
Риат Шони, хабар арнасынан. Халық коронавирусқа қатысты өндірістер тоқтап қалып, дүкен сөрелер бос қалады деп қауіптеніп жатыр. Осындай қауіп бар ма, қазір әлде жоқ па? Осыған жауап берсеңіздер, екі тілде. Орысша, қазақша. Орысша жаңа айтып өттім мен бұл жауап, бұл сұраққа. Ешқандай қауіп, өндірістерді тоқтату жағынан ешқандай қауіп жоқ. Бұндай тапсырма да жоқ. Барлық өндірістер жұмыс істеп отыр. Жаңа айттым ғой, ауыл шаруашылығы жағынан енді әріптесім тағы да айтатын шығар, барлық тағамдар шығарылып жатыр, оны тоқтата алмайсыздар. Сондықтан бұның ары қарай мына коронавирусты тарату жағынан ондай ешқандай да қауіп жоқ. Өзі бұл туралы бірнеше рет айтылған. Сондықтан бір жағынан өндіріс те тоқтатылмайды, екінші жағынан сауда жағынан да ешқандай жұмыс тоқтатылмайтын болады. Азаттық радиосы. Азаттық радиосы, пожалуйста. Қазір бір минут. Менің сұрағым мынандай, Маңғыстау облысында, мысалы, региондарды алғанда, азық-түліктер, әсіресе көкөністер өспейді, картошка негізінен Ираннан келеді, помидор да Ираннан келеді. Ал алма және басқа жемістер Әзербайжаннан келеді. Ирандағы коронавирустың жағдайы белгілі, Әзербайжанда кеше бір адам көз жұмды. Әрине қазір Маңғыстау шектесетін су жолдары жабылды, және басқа да әуе қатынастардағы сол қысқартылды деген менде коронавирустың инкубациялық периодын ескеретін болсақ, осы уақытқа дейін әкелінген жаңағы көкөністер, жемістер, соларға қатысты қандай да бір тексеру өткізіле ме? Бірінші сұрағым. Бақыт Сұлтанов мырзадан жауап күтем. Бұл жауап сұраққа мен жауап берейін. Негізі бүгінгі күні мына ғалымдардың айтуы бойынша жеміс-жидектегі жаңағы азық-түлік тауарларында коронавирустың былай сақталып қалу мерзімі 3-4 күннен аспайды. Сондықтан біз бүгінгі күні мына сіз Иранды сұрап отырсыз. Иран бойынша шекараны жапқан жоқпыз, бірақ мына күшейтілген тексеру қойылған, барлық тек қана Иран емес, барлық шекарада күшейтілген тексеру қойылған және мына келіп жатқан барлық өнімді біз бүгінгі күні фумигация жасап жатырмыз. Фумигация дегеніміз ол жаңа ғана дәрі-дәрмекпен келген өнімдердің бәрін өңдеу, дәрілеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сізде екінші сұрақ бар ма? Екінші сұрақ, екінші сұрақ тағы да болса, енді ауыл шаруашылық министріне сізге жаңа менің әріптесім өте маңызды сұрақ қойды. Жаңағы шекаралардың барлықтары жабылып, рынокта өнімдердің, тамақ өнімдердің көбейтуіне байланысты бағаның түсу туралы. Бізде ет өте қымбат, және тағы басқа жалпы азық-түліктің бағасы қымбат. Егер мысалы қазір сіз айтасыз жаңа, сіз мүлдем жауап берген жоқсыз оған, былай-былай бірдеңелерді айттыңыз, бірақ жауап нақты емес. Енді сіз нақты айта аласыз ба, министр мырза? Мысалы, жаңағы шекаралар бәрі жабылды. Енді мысалы, сіз алдағы уақытта дейсіз, да? Алдағы уақыт емес, қазір мына коронавирус мәселесі, тем более пандемия деп Вождың өзі айтқаннан кейін, енді не себепті бізде азық-түліктің бағасы арзандамауы керек? Не себепті? Неге ол арзандамайды? Ет өзімізден шығарады, сүт өзімізден шығады, жұмыртқа өзімізден шығады. Бұл азық-түліктің бағасына бүгінгі күні өзінің ықпалын көрсететін бағыттар көп. Солардың ішінде жаңағы энергия носителі дейді, сол бар. Одан кейін жаңағы біздің қазіргі келіп атқан көптеген мысалы мына астық өндіру жағында мына тыңайтқыштар бар. Тыңайтқыштардың біраз түрін біз өзімізде шығарғанмен көптеген түрлерін біз шетелден алып келеміз. Солардың барлығы
мына азық-түліктің бағасына өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан біз мына бүгінгі күні өзіміз ғана ішімізде отырып, бәрін шығарғаннан кейін азық-түліктің бағасы төмендеу керек деген ондай мүмкіндік болмайды. Біз бәрібір мына жан-жағымызда сыртқы нарық бар. Сол сырықты нарықтан бүгінгі күні әкеліп атқан көптеген тауарларымыз бар, соларға қарауымыз керек. Марат Башимов. Рахмет, человек и закон, Марат Башимов. Вот я Бахтур Луханович, он опытный управленец, экономист, уважаю его. Я уже в сетях написал, что панике не надо подвергаться. Но моя коллега вот, абсолютно справедливый вопрос задала, Бахтур Луханович. Вот вопрос к вам. Вот в социальных сетях экономист обсуждает, но цены-то на бренд нефти упали. Ну, получается, бензин должен быть дешевле. Раз бензин дешевле, с юга на север везти тамак дешевле. По идее, логика такая же. Я не экономист, но просто хотел бы... Первый вопрос. Почему надо, вместо того, чтобы расти, оно должно уже падать? Или я, может, не понимаю, я юрист. Это вот этот вопрос. И второй вопрос, знаете, с чем связан? Вот россияне пользуются этой ситуацией, свое собственное производство, да, стараются экономики развивать. У нас юг, тепло там, да. Почему мы не можем сейчас югу деньги дать побольше? Там же 3 миллиона человек, земля хорошая, все остальное. Почему мы не можем там сейчас уже по экономическую политику в ту сторону повернуть, чтобы мы, министру сельского хозяйства, вот эти два вопроса задать персингис, Сован Ризавуламс. А еще, Бахтур Луханович, поскольку вы здесь, и вице были, третий тогда вопрос. Это все вопросы национальной безопасности. Мы половину сказали, закроем. А Дженес справедливый вопрос, еще Аша Галанды Доминайте там. Но у нас-то рестораны все работают, они по 2000 человек собирают. Тогда надо и сказать, что там надо прекратить. Такая ситуация, это национальная безопасность. Элементарный вопрос. Поэтому и рынки тоже туда подпадают. И эти все, Джанна говорит, нифига себе кинотеатр, говорит, я предприниматель, не буду закрывать. Ничего себе не будет закрывать. Это вопрос национальной безопасности. Ты там заразишь людей, да? И завтра весь Казахстан заразится. Сол, Шусрака, если возможность будет, скажите, пожалуйста. По энергоносителям. Мы не покупатели энергоносителя. Мы продаем нефть. И от того, что цена на мировых рынках упала, падают доходы только наших производителей. Внутренняя цена, она другая. Вы знаете, что внутренняя цена, она отличается от мировой цены. Поэтому в Китае, допустим, или в Европейском Союзе, где потребляется нефть, она постепенно будет влиять. Но это тоже вопрос не одного дня. Поэтому все зависит от производства, от стоимости сырья и так далее. Внутренняя стоимость сырья, еще раз повторюсь, она несколько другая, чем на мировом рынке. Поэтому у нас и стоимость энергоносителей такая. По тому, чтобы на юге производить, вот об этом и идет речь, что и все программы направлены на то, чтобы мы максимально смогли замещать те объемы, которые мы в основном импортируем или где-то происходит импорт. Речь идет о диверсификации, но мой коллега подтвердит, о диверсификации производства сельскохозяйственной продукции, чтобы мы не производили только зерно и не упирались в случаях, когда перепроизводство или наоборот неурожай в узкие горлышки. Да? Нам нужна диверсификация с учетом того, что мы сейчас будем больше мясной кластер развивать и так далее. И так далее. Поэтому это опять-таки не одного дня работа, здесь будет большая работа проводиться. С точки зрения влияния там ресторанов и так далее. Здесь, опять-таки, мы не должны ограничивать бизнес. Людям должны дать правильный сигнал, и каждый человек должен себя правильно вести. Ходя в ресторан, на самом деле, если он себя правильно ведет, он не будет являться источником заразы или наоборот подвергнут заражение, если все вокруг будут соблюдать те правила, которые предписаны органами здравоохранения и другими органами. Да? Поэтому мы призываем, надо просто всем быть дисциплинированными и соблюдать вот эти предписанные правила, и тогда не будет проблем. Спасибо. Рахмет. Астана Ахшамы, мархабат. Хайырлы күн. На Евразия экономикалық аймағында біздің товар өндірушілерге, экспорттаушыларға түрлі кедергілер бар. Соны қалай шешіліп жатыр біріншіден. Екіншіден, өзіміздің ішкі нарықты, сыртқы импорттық тауарлардан қорғау мәселесі қалай шешіліп жатыр. Оның ішінде азық-түлікті айта кетсеңіз. Енді
ар өндірушілді қорғау үшін ең бірінші ережелер, ең бірінші принциптер ол ашықтық болу керек. Өйткені мына жабық экономикада монополиялар көп экономикада, мына көлеңкелі экономикалы көлемі ірі экономикаларда ол бизнес бір-біріне кедергі жасайды. Сондықтан біз ашық экономика жасаған кезде ол ең бірінші принципіна біз интеграция кіргеніміз барлық кедергілерді жою деген. Сондықтан біздің тауарымызды мына көршілес Ресей, басқа да одақтың елдеріне жеткізу кезіндегі кедергілерді шешу ол негізгі мәселе болып отыр қазір. Мына Евразиялық экономикалық комиссиясында біз талқылаған кезде ай сайын жиналды ғой вице-премьерлер деңгейінде ай сайын 2-3 айдың ішінде премьерлер жиналады. Сол ең бірінші сұрақ сол кедергілерді жою деген мәселелерді талқылаймыз деген осында келісім бар. Бұл жағынан бізде министрлік мына екі жақты әр мемлекет біздің көршілес мемлекеттерімізде екі жақты жұмысты да қолданамыз. Мына жаңа комиссияның да жұмысында мәселелерді көтереміз. Сондықтан былтырғы нақты жағдайлар, нақты мысалылар көріп отырсыздар. Мысалы біздің сүт өнімдерін көршілес Ресей облыстарына жеткізу кедергілерін біз нақты көмектесіп, ол жағынан кедергілерін, бір жағынан кедергілерін жойып, екінші жағына мына жеткізетін уақытында біз азайттық. Бұл жұмыс жалғастырылатын болады. Ішкі нарықты қорғау бойынша былтырғы жылы заңға өзгеріс енгізілді. Сол енгізілген өзгерістің арқасында бүгінгі күні біз барлық шекарада мына фитосанитарлық және ветеринарлық бекеттер қойып отырмыз. Сол бекеттердің бүгінгі жұмысы бойынша, мысал айта кететін болсақ, осы жылдың басынан бастап Ресей мемлекетіне 734 нотификация жіберілген. Оның ішінде мысалы 250 мыңға жуық бүкіл мемлекет бойынша мына мемлекеттерге сапасыз келген өнімдер бүгінгі күні қайтарылған. Ол біздің бекеттеріміз осы жылдың басынан бастап былтыр заңға өзгеріс енгіздік. Биылғы жаңа жылдан бастап бекеттер жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұдан қазіргі кезде мына шекарадағы қадағалау күшейтілген. Мейірім Смайыл. Добрый день. Сапархан Кесикбаевич, отвечая на вопрос моего коллеги на казахском языке, вы сказали, что, возможно, цены на энергоресурсы будут оказывать влияние на цену продуктов питания при их транспортировке. В связи с этим вопрос, ожидаете ли вы повышения цен на дизтопливо и на бензин в 2020 году? Спасибо. Ожидаю ли я повышения цены на дизтопливо, я не могу ответить, это другое министерство должно ответить. Но я хочу сказать, что ежегодно государством для сельхозтоваропроизводителей выделяется удешевленное дизтопливо. Это дизтопливо на 10% дешевле, чем на рынке. На весенние полевые работы около 400 тысяч тонн и на осенние полевые, осенние уборочные работы 354 тысячи тонн, примерно так. Поэтому для производства сельхозпродукции у нас предусмотрен удешевленный ГСМ. Соңғы сұрақ, Кенжекей Тоқтамұрат. Сәлемет сырма, Азаттық рухынан Кенжекей Тоқтамұрат қызы. Құрметті министрлер, айтып отырған сөздеріңіздің дәлелі болсын. Жалпы Бақыт Тұрлыханұлы, сіз, Омархан Кесікбайұлы, сіз соңғы рет үйге керекті негізгі азық-түлікті қай дүкенден алдыңыз? Мысалы, Бақыт Тұрлыханұлы, сіз сүтті неше теңгеге, 10 жұмыртқаны неше теңгеге, бір бөлке нанды неше теңгеге алдыңыз соңғы рет? Және сізді, әлде сіздер үшін азық-түлікті көмекшілеріңіз ала ма? Рахмет. Енді мен газ нақты қайдан алдым десем, мен жарнама болып шығады. Мына үлкен дүкен білесіз ғой, бәрі баратын. Соңғы рет сол жерге барып, мен бірақ ол жерге мен шопыр ретінде барамын. Өйткені бағасы, сондықтан бағасын айта алмаймын. Мен
әйелімді апарамды, ол кісі алғанда мен бағасын нақты мән бермейм. Құрметті спикерлер, қаламызға айта беріңіз. Мен енді өзім көмекшілерім алмайды, өйткен олардың өздерінің жұмысы бар. Мемлекеттік қызметкерлер. Мен енді үйдегі жаңа Бақтырлыхан ұл сияқты үйдегі жұбайым алады, керек азықты. Бірақ енді мен кейде жұмыстан келе жатқанда үйдің қасындағы магазиннен бір сүт алып келді, нан алып келді, соны алып келетін әдетіміз бар. Сол. Рахмет. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті спикерлер, алаңымызға келіп, толық мәлімет бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Осымен баспасөз мәслихаты тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.